такое? Что случилось? Давай, начинай, давай. Я начинаю, а ты слушаешь сейчас. Я слушаю прекрасно. Давай. Смотри, друг. Во-первых, тебе никто не давал права на человека повышать голос и орать, оскорблять, вешать какие-то ярлыки на меня. Да? Ты кто такой есть вообще? Ты перепуганный, я смотрю, если ты с людьми начинаешь так грубо разговаривать. Слышишь? Я тебе сейчас конкретно за ситуацию и поясняю, то, что ты с ситуации вышел, ебать. На дорогой тачке мажорик, ебать, типа, ебать, моя тачка въебал. Да? Я, блядь, я с Пензы приехал, ебать, я арендовал тачку. С меня нехуй взять, братан. Серьезно? С меня нехуй взять, что ты меня снимаешь? Я вижу, что с тебя нехуй ну, взять. Ну, а зачем ты так с людьми разговариваешь? Давай. Добрый день. Можно с вами пообщаться? Не хотите разговаривать? Молодой человек, можно с вами пообщаться? Что произошло? Расскажите, что случилось? Мне кажется, это в ваших интересах. Вот другой участник аварии говорит, что вы ему угрожали.